Я вас всех приветствую. Мы с вами находимся в Ульяновске на стадионе Труд, где сегодня в матче 12-го тура Мелбет первой лиги встретятся команды Волга, город Ульяновск, и СКА Хабаровск, город Хабаровск. Знаете, такое ощущение, как будто бы Денис Фомин взял мяч, и тут сразу же Денис Фомин, мяч в штрафной площади, удар, и выше ворот пролетает сейчас мяч после удара. Но не ожидали этого и футболисты Хабаровска. Можно попробовать пробить, нет, здесь через передачу. А вот в прошлой ситуации Воробьев пробил, к чему приводит? Приводит к сумасшедшему моменту. И браво сейчас Андрей Климович. Там и Шарль был, а вот кто на добивании. Положение игры, правда, был, но здесь не было нарушения правил и контратака, если можно так ее назвать, у хабаровской команды. Мяч уже в штрафной площади. Есть удары, Андрей Климович. А вот сейчас первыми на подборе оказываются футболисты Ульяновской «Волги». Возвращаются. Болельщики, кстати, в таком же состоянии находятся, что и мы с тобой. Немножко баюкались. Удар какой! И Евгений Помазан. Махмутов. Снимают вверх. И еще один удар! И вновь Кирилл Морозов. Хорошая замена. Случилось. Ну, у нас всего лишь 12 тур. Логично, что это не может быть давно. А сейчас момент, сейчас какой! Правда, было сначала положение вне игры. Хабаровчан ошибается. Правда, сейчас уже Морозов. На отход, передача на Шарля. Шарль входит в штрафную площадь. Есть удары, есть Андрей Климович там. Ну, на секундочку-то, а? И здесь интересно, что сейчас просто негодует. Ну, время закончилось. Даже добавлено. Ну, наверное, что-то еще компенсирует компенсированный Сергей Чебан. Нет. 10 секунд только переиграли, и все.